Страны. Космический Муз. Уран. Веня. Домницкий. Выходите. Друзья, стоп, играю, извините, пожалуйста, мы сейчас еще раз выйдем, не принимайте близко. Поиграл в Лигу смеха, класс. Что ты лицо свое кривишь, алло? Команды на сцену детские ансамбли выводят, ты бутыль поставить не можешь. Давай, иди! Ты... Людина нас объявила, уже булки расслабила, кофе пьет, я тут таки объявить нас еще раз, да? Пошел думаю, с кули! Что ты на меня? Пошел. Мама всегда казала с тобой, никогда больше с тобой не... Что ты на меня? Думай головой, не головой свою думай. Плюй. Всегда пошел. Такие... Извините, пожалуйста. Ветераны. Космический. Луис. Уран. Веня. Домницкий. Выходите. Дебилы. Блін, Веня, ти бісиш мене вже своїм бутлям. Скільки можна? Ти красавчик, ти люблю тебе, ти ну. Ти мій кайф, ти мій шоколад. Ребяточки, если вдруг кто-то не понял, на сцене сейчас коллектив «Ветераны космических войск» Киев, Остер, Прилуки, гоу! Вы билеты покупали, ну а мы не покупали. В этой строчке я ору, чтоб вы небо засыпали. И если спросите вы нас, что мы тут забули, привезли вам гуморески и миниатюры. И, как вы поняли, эту песню сочиняем на ходу. Счастья, радости, пожаем в 18-м году. Эй! А спонсор нашего выступления – новые тесты на беременность «Даша-путешественница». Тесты на беременность «Даша-путешественница». Помоги Даше найти папу. Самая бедная рэп-группа в мире записывает альбом. Внимание! С целью повышения качества связи ваш разговор может быть записан. Я любил тебя, ты любила меня, ты меня не вывозил, я тебя мечтал стать грузил. Добрый день, меня зовут Дмитрий, чем могу быть полезен? А, будьте добры, соединитесь с юридическим отделом. Соединяю. 15-й год! А спонсор нашего выступления – новый футбольный клуб «Эксгибиционист». Футбольный клуб «Эксгибиционист». Играем догола. Представьте, ребенок решил предупредить взрослых о пожаре. Давай выпьем куб с тобой, хоть раз. Пап, я мой зон, не пожар. Ай, ти бач, який поможник у мене росте. Рей, прорабом буде, дома буде строїти. Ай, мам, я можу не знати, я за нього пожар. А, що там, птичка на селок? Птичка, розорвав би її, лев, ти мій хищник бешений, ти що? Ай. Мам, я буду пожар. А, да ти не лев, ти гепард, та плигнув би на неї щас, ти що? Значит, да вы угораете надо мной или что? Два раза сказал пожар, мы сгоримся чертям собачьим. 40 лет, ума нет. Что с тобой не так, а? Что с тобой не так? Скажи, я говорю, пожар, а ты, что там, сынок, птичка? Птичка там, сынок, говорю, батя, фура навстречку вылетела, ты, что там, собачка? Собачка? Thank you.
доктор Дулиттл долбанный! Сказал пожар! Я тоже не настаивай, мне надо пожар! Сынок, я бачу, ты днем не спав, так під вечір трошки бісишся. Іди лягай спати і кажи всім пока. Пока. А следующий номер, он как усатая бабка в трамвае. Вроде и противно, но глаз не оторвать. Абсолютно у каждого в универе был такой одногруппник и такой преподаватель. Курен, 3 тижні на парах не було, як ти сесію здавати будеш, не знаю, дебіл. А, бумага. Що ти мені рота закриваєш, Курен? Не надо мені рота закривати, рота мені закривати не надо. Ну, даю тобі останній шанс, так сказати. Сідай, пиши тести. Що со мною твориш, чертяка? Ладно, буду грати по твоїм правилам, записуй. В первом А, в другом Б, в третьем С, в четвертом С, в п'ятом Д. Ладно, Курен, Бог з тобою, в четвертом не це, а де? В шостом Г, в сьомом Б, в восьмом Д. З козирей пошел. Стой, Курен, а бутилочка-то пустая. Зато ти така гарна. Дорогі друзі, у мене на родині, ну, на батьківщині, в Острі, Пасха припадає на 2 лютого, ну, бо остальні дати зайняті. І от виходжу я вчора з церкви, посвятив яєчки, буженінку, пасочку, блок сіжок Монте-Карло. І назустріч мені йде Емінем. І каже, чуєш, Куран? Уністап і не мюзик, ти мов чи мов? If you have a level, let it go. You give me a one shot, do not miss a chance to blow. Вона поцунені гоу, вони не лайфтайм, губере. Слышиш, так а ти йому що? Воїстину воскрес. Друзья, если кто-то до сих пор не понял, для вас выступали. Куран, Веня, Домницкий. Влада, Саша, Артемка, Стасик. Выходите. Друзья, финал, время удивлять. Как вы поняли, даже у нас есть имена. Получается, ты Саша? Да. Ты Артём? Да. Да? Блин, я думал, я Саша. Ты Владик. Я Владик? Владик. Стасик, иди сюда, мы запутались. Я не могу.
Что случилось? У меня проблема. Ну иди сюда, сейчас решим. Привет. 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 Что с тобой? У меня бирча хромает. Мене звать Віталік, а тебе? А як це произошло з тобою? Если вы выиграете финал, то вашу команду поделят, и Баклан сыграет против ветеранов. Там Баклан легко победит, но это еще не все. Баклана поделят напополам, и его ноги сыграют против туловища. В танцевальном батле ноги Баклана победят и пройдут дальше. На следующем этапе сыграют две команды, правая и левая нога. Поскольку Баклан правша, то победу одержит правая нога. В следующей игре правую ногу делят на две команды, бедро и голень. Тема игры — ахиллесова пята, и с ней лучше справляется бедро. Бедро получает чемпион кубок и в следующем сезоне садится в центральное кресло тренера-чемпиона. Голень, левая нога и туловище объединяются в одну команду — сборная Баклана — и едут на отборочный фестиваль в Одессу. После феерического выступления на них встает бедро и Гарик Бирча. Вспомнив былые обидки, сборная Баклана выбирает Гарика Бирчу, хотя бедро более гармонично вписалось бы в этот коллектив. Я буду називати Натасенька. Ну, Владимирович, держись, все буде нормально. Йдем уже з собою. Честь имела! Угу. Ні, я все об'ясню, просто там, ну, не це. Честь имела! А з тобою як це случилось? Можна я не буду розказувати? Можна. Привет. Честь имела. Мене звать Віталік, а тебе? Я королева ночи. Я буду називати Натасенька. Успокойтесь! Оля, Гарик, що ви балуєтесь? Давайте починати. Ну, хорошо. Хорошо. Честь имела. Честь имела. Честь имела. В Украине запустилась новая услуга «Сын на час». Здрасте, услугу «Сын на час» вызывали? Да. Давайте сразу рассчитаемся с вами. А, хорошо, держи денежки. Угу, спасибо. Мам, я гулять. Шапку одень. Хорошо. Гуляй так, чтоб я тебя из окна бачила. Блін, оце він пішов, а мені ще 59 минут переживати. Рано или поздно это должно было произойти. Депутат сбил путану. 60, 70, 80... Да не считай, я все правильно дал. Фу, ты сбил. 60, 70, 80... Дедушка решил поздравить внука с Новым годом, но в прокате закончились все костюмы Дедов Морозов. Поэтому он взял тот костюм, который ему попался. Ого-го-го-го! Ого-го-го-го! Здравствуй, мальчик! Как ты себя вел в этом году? Хорошо. Но у вас, походу, другая информация. Становись на стульчик и рассказывай стишок.
Отче наш, і же єси на небесі. Не-не-не-не-не, ти давай праздничний стишок. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Молодец. Бабушке 72. Дедушке приблизно столько. То, что выбрали меня, это подло и жестоко. Молодец! Вот тебе конфетка. Я надеюсь, она с ликером, и я долго мучаться не буду. Безопасность превыше всего в самой обычной квартире. Ага, вот мы и нашли тебя, Янукович! Некоторые люди так хорошо знакомы, что начинают понимать друг друга с полуслова. Обычные пацаны решили сыграть в слова. А, поехали. Поехали. А, так, а, значит, у Людки такая синяя джинсовая в пол. Аранжировка. Да. А, у Богдана как собаку зовут? Унитаз. Да. А, смотри, блин, это сложно, это сразу нет. А, когда я ем, я глух и... Эминем. Да. А, слово такое дурное, мы смеялись с тобой постоянно. Липофреник. Да. А, блин, это тоже сложно, это нет. Татарбунары. Да. А, блин, с головы вылетело, вылетело, блин, вылетело. Днепр. Да. А, я спросил у ясеня, где моя... Табуретка! Да! Фух! Сколько? 7 слов. А что не угадал? Пульт. Блин, сказал бы, очерет росте, де? Блин, пульт, да. Пульт, конечно, пульт. Если вам кажется, что у вас скучная и монотонная работа, то просто посмотрите на один рабочий день переворачивателя пингвинов. Thank you.
Друзья, финал, последняя игра. Самое время сказать важные слова. Дорогие друзья, вот когда мухи вот так вот делают, то они не умываются. Им просто потом будет легче по стенам лазать. Я буду скучать. С вами были Станислав Баклан и ветераны космических войск. На календарі якісь там квітня, а це означає, що сьогодні ми святкуємо Міжнародний день сапожника. Сапожник. Перше слово. Главное слово в каждой судьбе. Сапожник. Жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. І з професійним святом вас, шановні друзі, приїхали привітати гумористи. Студентський театр естрадних мініатюр, ветерани космічних військ. Ваші оплески! Ту-ту-ту-ту! Куран! Ту-ту-ту-ту! Веня! Ту-ту-ту-ту! Дамницький! Ту-ту-ту-ту! Виходіть! Колего, а чого це ви босий? Того, що я сапожник без сапог. Добрий вечір. Я кот в сапогах. Добрий вечір. Кот в сапогах. Пришел к вам устроить на работу своего маленького сапожника. Якого маленького сапожника? А вот он по линии жизни бежит. Тихо, 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 тихо. Не упади, там обрыв. Але у нас немає вакансий. Мя. Ну, пожалуйста. Блин, пацаны, ну что это такое? Ну какой праздник, какие ведущие, какой маленький сапожник. А какой маленький сапожник? А вот он по линии жизни бежит. Осторожно, осторожно, сейчас упадет. Что это придумал? Добрий день, я захворіла, полікуйте мене, відремонтуйте мене. Ти хто? Я інфузорія туфелька. Інфузорія туфелька, маленький сапожник. Який маленький сапожник? А вот он. По линии жизни. Можно хоть раз нормально выйти и выступить? Можно. Тогда зачем вот это все, я не понимаю? А спонсор нашего выступления очень высокий таракан. Очень высокий таракан. Сам включает свет, когда хочет побегать. Представьте, Золушка потеряла на балу не туфельку, а кое-что другое. Ну, хоть домой не босиком пойду. Прежде чем сдать обувь в ремонт сапожнику, ее нужно купить.
В любом магазине обуви есть такие ребята. Ты шо, подиви, какие педали на ногах у меня. Ты шо, баклаха? Ты шо, подиви, какие танки на ногах у меня. Ты шо, бучу залетив, разорве там усіх. Ти шо, подиви, какие танки, слышишь? А сколько стоит? 9500. Не, ну это же оригиналы, правда? Ну да, это не Турция, не Китай, это Харьков. Не, ну Харьков, да, блин. Харь, тебе нравится вообще? Что ты молчишь? А вот эти вот, почему эти желтые? 12400. Не, ну мне эти больше нравятся. Они, слышишь, они такие более танки, понял? Такие шкары нормальные. Ну хорошо, у вас этот, ну знали, есть, что ты же засыпаешь или что? Стой. Успокойся. У нас просто налика, у нас нема налика с собой. У нас просто налика нема, чтобы расщелкаться. У вас есть терминал? Да, конечно, есть терминал. Есть, да, терминал. У нас просто налика нема. Дивись на меня, жеста. У нас просто нема налика. У вас есть этот пейпас? Мужчина, конечно, у нас есть пейпас. У нас просто нема налика с собой. У вас есть этот... Да успокойся. У вас есть этот чип? Есть чип? Мужчина, у нас есть и чип, и Дейл, и гаечка. Вы брать будете? И гаечка, да, и Харьков, блин. Ладно, у меня просто налика нема, сейчас пойду с терминала, сниму, расщелкаемся с тобой быстренько. Мужчина, куда вы в наших кроссовках? Я его знаю, он очень хороший. Он вернется. А можно мне померить вот эти за 12300? Мужчина, вы куда? Я за наликом. Привет! Кто сказал? Курен, ну це я. Кто я? Не пугайся, слясну раз ти. Ну я. Ну хто? Це я, маленький сапожник. Привет! Привет! Такий красивий, ти шо? Ну не кусайся, больно. Блін, Курен, ти такий смішний, давай дружити. Давай! Давай купатися. Давай, прыгай в стакан. Хорошо, бульк. Опа! Курен, аккуратно, там не мотилей стакан, а захлебуюсь. Сапож, Курен! Курен! Не видел маленького сапожа? Не. А что ты только что вот это на руку выплюнул? Я что, дурный, на сцене плювать? А что рука мокра? Ну, помыв, я чисто плюю. Курен, Курен, слухай. Курен, если бы бачиш маленького такого сапожничка, скажешь, что я его шукаю? Хорошо, я набери тебе. А, хорошо. Совершенно не обязательно быть сапожником, чтобы всю свою жизнь провести под каблуком. Где-то в семье. Зина, Зина, ты спишь? Сплю. Прям спишь, спишь? Прям сплю, сплю. Ну хорошо, спи. Слышишь? А что ты хотел? Зина, я давно хотел тебе признаться, ты мне изменяешь. Что? Я не знаю. Ах ты, скотина! Ты ж мені довіряв! Я не знаю, як так получилось. Так, все, я не буду жити з мужиком, якому я ізміняю. Ну, я хочу... То последний раз. Последний раз? То есть, когда я тебе с Антоном изменила, ты сказал последний раз? Ну, хороший мужик. Когда в командировку уехал, я с Грицьком переспала, ты сказал последний раз? Ну, нормально все было. Как я могу тебе доверять? Ну, я хочу сохранить семью, Зина, я хочу сохранить. Сохранить семью? Хорошо, даю последний шанс. Давай мне мобильный телефон, будем читать смс-ки. Давай. Ну. Пожалуйста, пожалуйста, я скучаю. Кому я могла это написать? Кому мамі могла написати? Якій мамі? Я Антону це писала! Не Антону! Безгрібний чердяк! Не Антону ти писала! Ні, ти не Антон! Лягай спати, все, утром побалакаємо.
Зінуль, ну я душ уже прийняв. Лягай. Так а цей... Я сплю, сплю, сплю. Рано или поздно в любом отце может проснуться сапожник. Папа, а ты мне купишь кроссовочки со светящейся подошвой? Наши куплять, когда можно сделать своими руками, я тебе скажу. Знаешь, папа. Когда папка 2 недели не пьет, его такая просыпается фантазия, я тебе скажу. Папа, а точно буде нормально? Ну ти ж помниш, як я тебе постриг? Ну да. Ну? Я точно не буду як дебіл? Ну ти ж помниш, як я тебе постриг? Ну да. Так, зараз. Показую. О, папа, спасибо. Я пошу гуляти. Давай, гуляй. Опа, а подожди. А ти що, не дома будеш гуляти? Не, ну як би хотів пацанам показати во двор. Пацанам? Да. Не вопрос. Точно не як дебіл? Не. Пацанам, коли папка не п'є, знаєш, які папка може діла? Ну, ти у мене і видумщик, звісно. Ну, звісно, давай, синок, іди в двір. Ого. Іди до пацанів. Можеш завтра в школу піти. Спасибо, папа. Давай. Спасибо тобі велике. Хорошо, давай, синок, іди. Папа, тут, походу, дощ. Дощ. Не... Ти знаєш, синок, я тебе, наверно, пострижу. Станислав Владимирович, я хочу вам признаться. На самом деле, маленький сапожник все время был у меня в кармане. Кура, я с ним гулял. Да, Кура, ну перестань, нема никаких сапожников, тем более маленьких. Ну ты что, это так выгадали, что выступление было смешно. Просто так. Ты что, Лига смеха? Лига ну перестань, смеха? Ну нема никаких. Что мы хотели всем этим сказать? Что мир людей очень похож на мир обуви. Ну, мы ищем себе идеальную пару, порой бываем пьяными в стельку, иногда не подходим друг к другу, как носки и сандали. Но главное в этой жизни – не быть валенком. Да, Куран? Да. А? Ну, не кусайся. Ветераны космических войск! Стас Баклан! Спасибо! Дорогие друзья, не так давно я был тренером шоу «Голос Украины». И если бы я там услышал эту песню, я бы обязательно повернулся. Повернулся для того, чтобы посмотреть, что это за дебилы. Музыка – ветераны космических войск. Слова – ветераны космических войск. Что делает эту песню еще более стрёмной. Самый любовный трек о любви, про любовь для всех влюбленных. Ой, не-не, 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 не-не. Був обичний день, нічого не предвіщало біди. Стояв, пив йогурт,
і не жигав масти. Потом побачив я тебе, і мені стало жарко. Я сліплен, наче дивився день на сварку. Потом зайшов в інстаграм, пролайкав тобі фотку. Вашій мамі зять не нужен, написав директ робко. А в ответ от неї тупо була тишина. А я вже представляв, яка в нас буде дитина. І дитина, хоч ти мене даже не знаєш. І, наверно, мені ти з кимось і зміняєш. Ти проміняла гарячого парня на холодну закуску. Куплет був на суржики, припев на русском. Іра, 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 ти мене бросила вчора, вчора. Даже небо матросила дыра, дыра. В душе и льются эмоции, лавы, 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 агрессивні емоції. Він пацан дуже сложний, як число пі. І адрес, конечно, він пробив по IP. Рішив сказати їй все вживу і напряму. В подарок взяв кіло рачків, какао і шаурму. Приїхав у твій двор, дивлюся, ти йдеш в мої об'яття, як каравелла пливеш. Кажу тобі привіт, ти робиш важний писок. Проходиш мимо, все, ти попала в чорний список. Ну зачем? Ой, теперь, теперь, теперь не встретимся ми з тобою. Не переживайте, він не пролив і кров. Убійцей тут була Іра, вона убила любов. А він молотком прибив на березку скворечник. Щоб хоча б у птичок в цьому дворі любов була вічною. Ой, не-не, 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 вам не біля, бабу, бабі. Ой, не-не, 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 іра, іра, іра. Не играйте, девки, в интернете с мужиком, а то однажды він до вас прийде с молотком. Владимирович, иди отсюда, тусуйся, буду выступать. Дуже хочу выступать. Ну иди біля Вені выступай, тусуйся отсюда. Владимирович, я то и не мешаю? Я не мешаю. Та ну не затуляй мене, що началось, а? А куди мені йти? Возле Домницької де стань. Thank you.
Владимирович, не дыши так громко, ну елки-палки. Ну хорошо. Хорошо. Словом убаюкивал, глазами манил. Красивый, блестящий, как сувенир. Подарило сердце на долгую память. Полетело вниз, как осенний листок. Отворила дверцу, когда не смогла я сказать ему стоп, Унхэ. Стану я невидима, как радиоволна. Кура, не надо. Слухай, а, Шерон Стоунхендж. Це ж моя улюблена артистка. Помниш в основному інстинкті? Владимирович. Работаем. А спонсор нашего выступления – коррупционер Д'Артаньян. Коррупционер Д'Артаньян сядет один за всех. Рано или поздно это должно было произойти. Во Львовской области построили свой собственный Стоунхендж. Як таке можна було построїти? Скажи! Скажи, як? Що це за позорище? Це звернення перед ним кому надо ставити. Спонсор нашого виступлення – моя пенсія. Моя пенсия. Мальчики, можете себе ни в чем не отказывать. Дамы и господа, вашему вниманию, случай в семье камней Стоунхенджа. Да, все камни як камни, а мы суперзвезда. Ой, тоже мне суперзвезда. Богато ума не надо стоять и нифига не делать. Казала мне мама, надо было за Толика замуж выходить. Він зараз дуже перспективний камінь. Уїхав на заробітки, в почку, на клубніку. Мам, пап, я гуляю. Іди тільки так, щоб ми тебе бачили. Чуєш, ну поки вона пішла, може давай це саме з тобою. Що? Іди сюди. Та перестань. Іди сюди. Та перестань, добери руки, що ти діляли. Мам, пап, я вернусь. А що ви тут робите? Синок, ми просто вирішили, що нам треба завести ще одного щебенка. Ну добре. Піду тоді в дитячій кімнаті посижу. Ти сюди, поки. Ну що? Бери руки, старий прокажди. Стоп! У нас же ж нема дитячої кімнати, ми ж просто посеред поля стоїмо. Рано или поздно это должно было случиться. Парень вернулся домой с работы и застал свою девушку в постели с народным артистом Украины Станиславом Владимировичем Бакланом. Владимирович не захотел играть в этой сомнительной постановке, поэтому его роль исполняет Владик Куран. В
остальных ролях кто попало? Станислав Владимирович, а вы меня точно в своем фильме снимете? Ну, я сюжете снял. И в кино сниму. Оксаночка, давай продолжим наш легкий ненавязчивый адюльтер. Давайте продолжим. Так, Оксана! Я не понял! Боже, Куран! Это не то, что ты подумал, это просто ненавязчивый адюльтер. Оксаночка, что это за щегу? У него даже молоко на губах не обсохло, Оксаночка. Оксана! Ты что, променяла меня на это старого пердуна? Ты что сказал, сопляк? Ты вообще знаешь, кто я? Я баклан. Я бачу, ти ще тут, баклан. Та хто б ти був би, якби не слуга народу? Тобто, поки станиця спить, так? Женська інтуїція 2, так? За все тебе благодарю 3, так? Страсті почапаю, так? Обучаю ігрі на гітарі, так? Тривожний отпуск адвоката, так? Ларіної, Мухтар, так? Мухтар 1, Мухтар 2. Антиснайпер 2. Тебе ни о чем не говори. ГАЗ-53. Ипотека. Импичмент. Это что? Ну ты сейчас сказал, что попало. Что попало? Сопля. Где? Ты что, ты думаешь, что ты бессмертный, что ли? Ты знаешь, сюда давай выйдем. Давай выйдем раз на раз. Раз на раз. Раз на раз. Ну, сейчас будьте раз на раз. Сейчас тебе будет раз на раз. Сейчас я. Оксана. Сейчас я сделаю. Сейчас тебе будет с тобой. Раз на раз. Сейчас тебе будет, сопля. Сейчас тебе будет раз на раз. И 2 на 2 сейчас тебе будет, и 3 на 3, и 3 на 4 найкуметнейшее домашнее видео. Сейчас все тебе будет. Ты посмотри на него, сопляк. Сейчас тебе... Что ты тянешь время, где? Ура, за меня мальчики дерутся. Рот закрой! Что ты делаешь? Ты его убьешь! Оксана, я тебя люблю. Ты что, сопляк? Ты убьешь, что ты делаешь? Остановись! Что сказал? Что сказал, Владимирович? Оксаночка, нам придется отложить наш адюльтер. Чего? Вот что. Что вы делаете, придурки какие-то ненормальные? Я не могу поверить. А-а-а! Такси! Владимирович! Куран! Владимирович! Куран. Владимирович. Куран. А? Владимирович. Куран, тихо. Давай, если мы забудем этот конфликт, я тебя возьму на Лигу смеха выступать. Будем с тобой там номера показывать. А как же мы будем показывать номера, Владимирович, если мы помираем? Вот это уже загадка. Как Стоунхендж? Да. Друзья, знаете, благодаря теме Стоунхендж мы поняли, что люди очень сильно похожи на камни. Нас нещадно разбрасывает жизнь, кто-то всю жизнь ходит с каменным лицом, кто-то пару раз так по воде жабкой проскочил и ушел на дно, но настоящей глыбой суждено стать лишь единицам. Спасибо, мальчики. Вела меня от юга и до севера дорога по неведомым краям. Менял
мир, чего в нем только не было, а три реки впадали в Стоунхендж. Тихо. Выходите. Пацаны, она так пахнет. Ну да, после баклана как-то непривычно. Да. Так пахнет, я прям плыву, прям. Таю прям. Так это может потому, что жарко? Может потому, что жарко, да. Но так пахнет. Ребят, я же все слышу. Привет. Цей запах. Привет, Надь, привет. 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 Что такое? Привет. Ну что? Что? Ну что такое? Что такое? Чего? Ну ты чего? Ты ничего, что ты исполняешь, досыпаешь меня. Да, да что, что такое? Что? Ничего ты. Что ты? Ой. Что там, майонез, что? Да нет, что ты досыпаешь меня сейчас. Ой, да. Ячмень, что? Да нет, ячмень, ну ты вообще ты такая смешна. Ребят, а вы зачем меня так одеться попросили? Это для номера или для песни, может, да? Для номера или для песни. Ну или для образа какого-то. Ну так надо. Так надо. Короче, Надя, Куран попросил, чтобы... Для песни. Так объявляйте. Друзья, с композицией о любви для вас выступает Надежда Дорофеева. Встречайте. Одного разу невідомо коли на світі з'явився цей малий. Схоже він був на кота і на пса. Усі дивувались, усі посміхались. Дантес, Дантес, єдиний на світі такий Дантес. С каждым годом в Украине появляется все больше новых праздников. Здрасте, можно, пожалуйста, двойные американо? С сахаром. Ой, и вас с сахаром, извините, я просто заработал. А спонсор нашего выступления – новый фитнес-клуб «Жиробас». Новый фитнес-клуб «Жиробас». Открываемся в следующий понедельник. Хотя нет, там у Сани днюха, так что позже. Все мы могли провести это лето совершенно иначе. Где-то в параллельной вселенной. Так, мужчина, я не понял, вы что, читать не умеете? У нас в магазин в маске нельзя. Вы, если про себя заботитесь, так не забывайте на остальных наплевать. Ой, вибачте, я маску дома забыл снять. Можно это как-то у вас сделать? Да, у нас стоит снять маску 9,50. Чуєте, а ви перед магазином руки загрязнили бактеріальним поручнем? Ой, забув. Забув. А чого ви так далеко від мене стоїте, а? Ви що, хочете, щоб я була жива-здорова 19, а? А ну ближе подойдіть. Та прижміться до мене. Та сильніше. Да подождіть. Що подождіть? Ходять тут всякі по магазинам в маски. Ви хочете, щоб нормальну життя іще на місяць продлили? Короче, що вам давати? Можна оту водичку без газу пол-літрову? Господи, як ви задолбали, трезвенники прокляті, а? Ну що? Лето, жара, маршрутка.
Хлопчику, чуєш? Закрий, будь ласка, люк і ви закрийте окно того, що дуже дме. Женщина, ви що гоніте? Жарюка така, ми тут всі поспарюємося з вами. Я сказала, закрий люк, подивись на нього, вимахав кабанейра. Та закриє, то щось на дорогу буде бубані. На дорогу дивись, грамотєй. Что, женщина, жарко вам? Нет. Мы просто церкву проезжали, я не успела перекреститься. Суровее и беспощаднее сурового и беспощадного украинского кино могут быть только суровые и беспощадные украинские сериалы. Паралелепіпед кохання. Перша серія заключна. Мамо, тато, я розповіла Віктору про документи. Які документи? Який Віктор? Що? Це ти розповіла Віктору про документи? Так. Це я розповіла Віктору про документи. Який Віктор? Які документи? Навіщо? Навіщо ти розповіла Віктору про документи? Бо я кохаю Віктора. Який Віктор? Які документи? Навіщо ти розповіла Віктору про документи? Ти хочеш, щоб я знов опинився в тюрмі? А чого ти не казав, що ти сидів в тюрмі? Я тобі не казав, бо я там не сидів. Я там стояв, лежав і грав у баскетбол. А сидіти времени не було. Я ж не буду тобі брехати. Я знаю, за це я тебе й покохала. А я покохала Віктора. Якого Віктора? Чому ти покохала Віктора? Тому що я розповіла йому про документи. Навіщо ти розповіла Віктору про документи? Щоб покохати його. Тобто ти розповіла Віктору про документи, щоб покохати його за те, що він знає про документи? Так. Я його вб'ю. Батько, стій, бо ти знов сядеш. Я не сяду. Я буду стояти, лежати і грати у баскетбол. За це я тебе і покохала. А я покохала Віктора. Якого Віктора? Знаєш що, Джесіко? Та краще б я вмер, ніж жити далі, знаючи про ці документи! Юля? А чому ти мені не сказала, що ти Джесіка? І хто такий Віктор? Нарешті ти задала це питання. Прийшов час розповісти тобі правду. Віктор – це ти. Подожди, так я ж Лариса. Да, но це только по документах. Паралелепіпед кохання. Hey,
Друзья, мы все выступление терпели и наконец-то решили во всем ей признаться. Її рука така м'яка, як м'якіш у хлібах. Італія така струнка, як спиця велика. Її ноздря була не зря, богами создана для нас. І копчик тож, і даже таз. Це все для нас. Поглянь, яке ж воно маладе. Було старе, тепер маладе. Яке, погляньте на це все. Таке ж красиве, як і Стас. Медовий спас. Маладе. Чисто! Як мед! Вкусненько! М'ясисто! Временно! Румяно! С волосами! Стеклянно! Таку б я точно покохав, я все сказав. Друзья, ну и в конце хотелось бы признаться, что все эти месяцы карантина у нас не было смеха. В общем, мы все. Надеемся, вы тоже. Надежда Дорофеева. И ветераны космических войск Киева-Стёрпрелуги.